Все-таки вернемся к деталям вашего президентства, вот этого фестиваля. Я, кстати, очень смущен тем, как это называется. Я вообще всегда там позиционирую себя, говорю, знаете, я бы друг детей. Так. Хотя, знаете, в современных реалиях, опять, взрослый дядька, друг детей, что-то Джексон, тут не все, то. Да, что-то да. Тут уже не знаешь, как это тебе отзовется эхом дурным. Поэтому я пока, я не знаю... Или человек, который помогает детству. Да. Как ведь вы в свое время, вы в 14 лет уехали из Кишинева, фактически это ребенок, да? Что такое 14 лет? Я приехал на эту улицу, где ваша студия шикарная. Да. Здесь рядом эстрадно-цирковое училище. Да, да, поступать. И удивительно, конечно, что вас мама отпустила. То есть, Она была вынуждена. Ну как, я вот не знаю. Вы считаете, сейчас может 14-летний тинейджер приехать в Москву и пытаться куда-то поступить? Не знаю. Не имея здесь, то, что называется, крыши, друзей, родственников? Не знаю, не могу ответить на этот вопрос ни сейчас, ни тогда не мог бы ответить. Москва жестче стала? Ой, ужасно. Вообще я ехал не в такую Москву. Угу. Но если бы она была такая, как вот «Москва-24», вот кошки, вы прекрасный, интеллигентный человек, и со своей телевизионной историей, я вам, кстати, тоже за это благодарен. Угу. И взгляд, и вообще все спасибо. Это я. Да. Спасибо, Лен. Понимаете, вот если бы она была такая везде, или хотя бы в большинстве своем, мне было бы уютнее и комфортнее, потому что меня вела мечта. Я очень люблю людей, которые болеют своим делом, знаете, но не болеют, а вот... Я понимаю, они живут. Вот, да. Живут, да, наверное, неправильное слово, которые воодушевлены этим, и их ведет вот этот вот свет, где-то он там в конце тоннеля, и поэтому ты не замечаешь ни препятствий, ни страхов, ни своего возраста, ты идешь на этот свет, понимаете, так вот и я, и всем, и родители мои, кто-то говорил, больной мальчик сумасшедший, понимаете, да. Оно вырастет, это пройдет, слава богу, видите, я вырос, а не проходит, прекрасно, и мама не сразу с этим согласилась, но, видите, вот буквально позавчера она мне звонит, и говорит, ты знаешь, говорит, она по-прежнему в Кишиневе? Да, она живет в Кишиневе со всеми родственниками. И она говорит, я вижу теперь титры. Уж простите, но это такой важный момент прежде всего для мамы, да и для меня немаловажный. Значит, мне в этом году присвоили звание заслуженного артиста России. Да. Она говорит, когда я вижу этот титр, говорит, я вспоминаю все твое детство, как ты становился на табуретку и говорил, дорогие товарищи взрослые, для вас поет народный артист Советского Союза Саша Кобзон. Понимаете, да? Она говорит, вот я это все вот складываю как конструктор какой-то. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».